70-е. Расцвет музыки. Хотелось поднять денег, и я решил стать концертным директором. А если ты связан с музыкой, то свидание назначалось так. Я тут организовал дискотеку и хотел бы тебя пригласить. Окей. Я готов был не спать и не есть. И дело пошло. Понравился концерт? Да, но привези музыкантов покруче. Чувак, нам нужно расширяться. Мы хотим привезти в Данди ваших артистов. Могу дать Iron Maiden. Данди, что за дыра? Выходим на новый уровень. Возьмете мои деньги, и вы в капкане. Вы точно профессиональный организатор? Присоединишься? Предлагаю новую группу. Какую? U2. Рвут танцполы. Какие-то ноунеймы. Другие есть? Не справимся, нам конец. Навестим, ребят. Ты переоценил свои возможности, сынок. И если проведем здесь концерт, грехов только больше станет. Они просят 20 бутылок водки, 10 бутылок вискаря и ящик текилы. Разбудишь, когда принесешь? Понеслось! В райдере сказано, что двое из них веганы. Где билеты? Кто такие веганы, мам? Я не знаю. Ты все испортил. Ну, ударь меня. Зачем? Ты не изменишься. Проверим. Вы психопаты с манией величия. Ты рискнул всеми нами. Я тебя убью. Только не останавливайтесь, ладно? В машине оборудование для концерта? Ты что, дебил? Оборудование вон там. Нам пиздец. За удачу!